Второй раз всем говорю добрый вечер, добрый понедельничный февральный вечер. Первый понедельник февраля наступил, уже даже не то, что наступил, он уже заканчивается. Пока что я могу именно всем говорить добрый вечер, потому что время пока что всего лишь 9 вечера. По Москве, конечно же. Но это означает лишь одно, то, что у нас продолжается первая игра квалификаций к 12-му сезону Star серии. С вами по-прежнему Backspace, и для тех, кто к нам только что присоединился, напомню, что у нас сейчас играет команда Tokyo Ghoul и команда Meepound. Уже они сыграли один матч, в котором победу одержала команда Meepound. Сейчас для этой же команды есть шанс поставить жирную точку в этом матче, выиграв и вторую карту. Либо же сказать, что продолжение следует, проиграв эту карту. В таком случае нас будет ждать третье сражение. Ну, это как повезет, как дело пойдет, что называется. Сейчас у нас на второй карте за Reddit играет команда Meepound, за Dire у нас играет команда Tokyo Ghoul. Я могу еще раз представить команды, в принципе, для тех, кто только к нам присоединился. Команда Tokyo Ghoul, которая играет за Dire. WTF, он на пиках топор, заслоник, ASD. Две. Я не знаю. Два просто. И Томаш. Команда Meepound, их соперники играют за Dire. Вот здесь состав уже будет по эпичней, по такой поувереннее, я бы даже сказал. Потому что здесь играют так или иначе именитые игроки. А именно здесь в составе команды есть Симба, есть Ви, есть Exist, есть Pilot Die и есть еще и Ханни. Все эти игроки собрались вместе и готовы покорять заодно Star серии в 12 сезоне. Но проблема в том, что у нас все проходит по системе Single Elimination и Best of 3. А финал Best of 5 и слот только один. Так что нужно пробраться через 5 Best of 3 сражений и потом в Best of 5 баталии оставить второго финалиста позади. Но это дела будущих дней, а сейчас у нас идет дело настоящих времен, настоящих минут. Это вторая карта, которая может стать и последней для команды Tokyo Ghoul, если они сейчас не подсоберутся и не выиграют вот эту битву. Посмотрим пока что пики и баны, которые имеются в данный момент. Команда Meepound, у них в банах оказывается Faceless Void, Axe и Ancient Operation, себе же они забирают Виспа и Тини. Опять же, Виспа и Тини. Но Висп и Тини в прошлом матче были на стороне команды Tokyo Ghoul. И эта связка, не сказать, что она заехала. Она была неплохой, но она, как таковая, все-таки не сыграла себя. В свою очередь, их соперники, команда Tokyo Ghoul. У них в банах оказывается Troy Warlord, Brewmaster, Legion Commander и Silencer. Себе же не забирают Джиггернаута и Vengeful Spirit. Такое ощущение, как будто команда просто поменялись сторонами, а берут тех же героев. Нет, берут они все-таки других героев. Четвертый бан от команды Meepound это Пак, и Магнус сразу же прилетает третьим героем. Ну и пока у нас тут идет такой вот стадия пиков и банов, напомню, что вполне свободно можно регистрировать свою команду для участия на турнирах и принимать участие даже в квалификациях Star серии, если считаете, что вы достаточно сильны, чтобы там сражаться. Все, что вам нужно, это зайти на сайт dota2.starladder.tv, зарегистрировать свою команду. Также, чтобы там зарегистрировались ваши друзья, ваши тиммейты. Создать команду, добавить ее в эту команду. И начать играть на турнирах, играть на фастнабах, на викингкапах или принимать участие в аматорке. Благо, двери для нее открыты всем и всегда. Участвуйте в аматорке, выигрываете, проходите в семи-серию, выигрываете семи-серию, проходите в про-серию, выигрываете про-серию и уже с вполне достаточным опытом оказываетесь в стар-серии. Ну, или 6, 7, 8 февраля будут проходить викинг-капы, три викинг-капа каждый день будет проходить, в которых будет разыгрываться слот в квалификации к 13-му сезону Star Ladder Star серии.
Dota2.starladder.tv. Заходите, регистрируйтесь, играйте на турнирах и проявляйте себя так или иначе. Это немного такой рекламы, ну и помимо этого также на мой паблик, так, по ходу дела, подписывайтесь. Ссылка есть под стримом внизу в разделе инфо. Немного реклам, да, конечно же. Но довернемся к стадии пиков. Пятый банк команды Meepound — это у нас Storm Spirit. Брислбек — четвертый герой для команды Meepound тоже. И их соперники Tokyo Ghoul забирают себе Tidehunter и Эшейкера. Реальное ощущение, как будто реверс пик просто получается своеобразный. Винга, Эшейкер, Ио, Тини. Ну нет, не было Магнуса, не было Брислбека, не было Tidehunter и Джиггернавта. Но частично друг от друга отзеркалили, если так можно выразиться, героев. Ну да, примерно так. И что у нас будет сейчас, посмотрим. Еще у нас есть два героя. Вот, я реально говорю, что реально друг друга команда зеркалит. В прошлой игре Meepound почти потратили все дополнительное время на стадию пиков. Здесь же Meepound просто берут сразу героя всех. Skyros Mag, пятая банка команда Dota Team. Я читаю это по их тегу. От команды Tokyo Ghoul и Crystal Maiden сразу прилетает пятым героем для команды Meepound. Ну и чем ответит здесь у нас Tokyo Ghoul, чем у нас ответит Токийский Гуль? Именно так расшифровывается, в принципе, название команды дословно. Магнус, Бристлбек, ЦМ, Катини, Висп. Интересная такая страта. Снайпер, да ладно. Почему бы и нет, решила команда Tokyo Ghoul и забирайте пятым пиком снайпера. Хорошая попытка, но посмотрим, что будет. Снайпер, конечно, не превратится в Тэчиса, как это было во времена 4-го International, во времена All-Stars матча. Но если снайпер сейчас заедет, будет очень даже неплохо. Prepare for battle, сказал Джиггернаут. Он и говорит тут, и бегает тут. Ой-ой-ой. Шемифиш... А, нет, видит. У меня там прорезь есть. Под глаза. Ну, давайте смотреть, у нас в таком играет команда Meepound. Играет за Radiant сторону. Уже имеет одну победу в этом матче. И вторая победа здесь поставит в общем-то, точку. В этом сражении в целом. Рофл играет на Crystal Maiden, на Бристлбеке у нас играет... На Виспе играет Пайлайдай, на Тине играет Ви, и на Магнусе у нас играет Мираж. Команда Tokyo Ghoul играет за Дайр. Им эту карту нужно выиграть, если они хотят еще попытаться побороться за слот Стар серии. На Снайпере у нас играет... What the fuck, на Джиггернате играет Топор Заслонник, на Эшекере играет ASD, на Винге у нас играет 2, ну и на Арбузе, на Тайдхантере у нас играет Томаш. Находит Тини. Гаш. Пол хп как не бывало. Эвленч. Стан. И это First Blood. ФБ удается сделать команде Tokyo Ghoul. Магнус. Магнус увозит Джиггернаута, но тут же раскручивается и уходит. Примерно вот так у нас получилось. По 25 XP каждый сейчас заработал за... То, что удалось сделать ФБ. Так, да ладно, тут же идет погоня просто за Магнусом. Да, накрыл его здесь физурой. Достаточно успешно накрыл, потому что осталось у него ХП не очень-то много, но... Нет. Боже ты мой, он бегает с мечом-дубинкой просто в руках. Ну да посмотрим сейчас, кто у нас на каком лайне будет играть. На топ-линии у нас ситуация прям противоположная прошлой игре. На ботом-линии от команды Meepound стоит по-прежнему дабла, а в топе стоит по-прежнему один герой. Висп и Бристлбек стоят против Джиггернаута. И против Винги, которая там фармит все-таки леса, отводит крипов. На мидлейне у нас ситуация вот такая. Тини против снайпера, и знаете, по-моему, это для Тини будет сразу проигрышным вариантом.
Так, тут в теле ставится пауза, и Шекер, у него какие-то проблемы, он от игры отключился пока что. Тини против снайпера, с одной стороны, вроде бы и есть возможность, если что-то как-то загангать через Айва на читос. А с другой стороны, снайпер будет постепенно, возможно, увеличивать себе дальность атаки и будет просто бить там, насколько сейчас он. У него будет 950 дальность атаки. То есть вы понимаете, он будет бить вот так вот просто, через полкарты. И пока ты в засвете, просто тебя везде будет настигать снайпер. Да, выстрел, конечно, на 350 урона на шестом левеле, это очень даже вкусно. На шестом левеле, как правило, у всех всего лишь около 1000 хп, и один такой выстрел просто срезает очень много здоровья. На ботом линии у нас здесь, получается, Тайдхантер стоит против Магнуса. В лесах там также от команды Мип, он бегает цемочка. Будет не скоро второй левел. Явно выкастовывает Фростбайт сейчас вот в Кентавра. Судя по тому, что уже скилл был прожат. Здесь стоят варды, которые блочат. Ну, один спан, по крайней мере, они блокируют, так что здесь уже особо как-то не разойдешься. Отфармить тут можно, но вот, скажем, скомбинировать оба спауна и как-то их друг на друга переагрить, и потом их забрать вдвоем не получится. А это минус деньги, это все-таки некоторое такое замедление в плане развития героя, в плане его фарма. Если в чате вижу, спрашивают, is there any English cast? Well, if I know, right now is no English cast on another channel, I'm sorry. И да, мой английский is so perfect. Я умею шпикать по-английски, но не буду этого делать. Просто в чате здесь спросил, с никнеймом Mr. Presidents, спросил про англоязычные трансляции. В данный момент я точно знаю, что вот из официальных, именно из комментаторов StarLadder, которые все трансляции идут, а их, ух, очень много, то есть сейчас на трансляциях заняты почти все каналы StarLadder основные, то есть StarLadder, по-моему, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, по-моему, все эти каналы заняты. Должен был быть занят и первый, но там сейчас идут тайбреки, поэтому сейчас там занято. Так, видимо, там какие-то проблемы технические из Шейкера затянулись, и до сих пор даже не переконнектнулся в игру, до сих пор он не вернулся. Так, сейчас мне интересно посмотреть сейчас ситуацию на других матчах. Посмотрю пока что в конференции, как обстоят дела. Может, кто-то успел отыграть в данный момент. Нет, пока что никакой инфы об уже сыгранных матчах я не вижу. Но вот сейчас я скажу точно, какие матчи у нас играются параллельно на трансляциях, на других. Может быть, более точно, то можно сразу просто закидать мульти-твич. Но только остерегайся того, что этот мульти-твич просто будет огромный. Там, получается, на этом мульти-твиче StarLadder 3, StarLadder 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13. Вот эти каналы сейчас... Там же идут трансляции некоторых матчей. Матчи, которые наиболее всего интересные. Ну и как вы уже поняли, то у нас абсолютно каждый день, вплоть до 7 февраля, будут проходить баталии на полях Доты. Каждый день будут сражения начинаться в 18:00 по московскому времени. Может быть несколько раньше, может быть несколько позже, если команды сразу договорятся о игре в другое время. Но, как правило, но все матчи будут играться точно каждый день. Так, и Шекер.
Значит, я переподключился, просит еще одну минуту тут. О. Команда Tokyo Ghoul просит еще немножко позволить игроку, видимо, реконструкции, убедиться, что никаких больше лагов нету, что все работает как нужно. Здесь параллельно идет матч Moscow 5. Так сказать, Moscow 5 International. По-моему, это не Moscow 5. Против Тимп. Пло против Коуми. Ков ВПГГ. Я просто читаю прям по тегам, которые указаны на сайте. SVD Gaming против XGame.KZ. Sad Gaming против QWERTY. Кстати, завтра победитель вот нашей сегодняшней игры сыграет именно против победителя пары SVD Gaming из XGame.KZ. Кибегит СМБГ, то есть здесь очень много команд сейчас играет. Часть команд повезло, часть команд сразу просто продвинули в 1/16. Потому что... команд у нас не 64 в итоге, сейчас, а 50, по-моему, там 4, даже чуть меньше. Поэтому получается вот так вот. Части команд повезло сразу же продвинуться по сетке дальше, а вот часть команд придется пробиваться через 1/32. Сейчас, видимо, как-то у них не меняется ситуация, по-прежнему как-то у них здесь какие-то, возможно, проблемы из шейкера. А, нет, все, пишет Go, поехали дальше. Ну, хорошо, тогда тут же сразу же прилетает... Нет. Прилетает Frostbite в Кентавра. Кстати, пауза тут уже просто... Ви уже зол уже врубает он Акса. Значит, агрится на Сине, то что чё за бред, почему опять пауза? Да, снова дисконнект, снова отключается шейкер, снова будем сейчас его ждать, пока он вернется в игру. Тут у нас начинается трэш-толкинг уже с смайлами. Я не знаю, я пока тут просто сейчас смотрю по трансляциям, по другим, что у нас происходит параллельно. Смотрю, здесь что как. Ну, здесь, в принципе, каких-то событий явных нет. Вторая минута игры. Счет 1-0 после команды Tokyo Ghoul. Сделали они ФБ. Напомню, сделали ФБ просто в 5 рыл. И имеет сейчас счет 1-0 в свою пользу. Ну, графики тут у нас такие вот. Очень много говорящие для второй минуты игры. 200 опыта преимущества команды. У команды Meeple внезапно преимущество в 200 с чем-то опыта, несмотря на то, что ФБ изначально они отдали. А по золоту преимущество в пользу команды все-таки Tokyo Ghoul целых 100. 50 золота, ровно 150. Огромное просто преимущество, то есть здесь уже прямо сейчас такая потная игра. Ну и деревянный компьютер у одного из игроков команды здесь тоже имеет место, возможно, быть. Но мы подождем. Кто знает, возможно, сейчас он реконнектится и начнет просто всех карать, и нас же будет ждать уже третья карта. Так, реконнектнулся у нас и шейкер, тут же снова негодующий Акс появляется в чате. Все, поехали, надо бы уже все-таки сражаться. Где шейкер? Вот он где.
Так вроде бегает, вроде живой, вроде не лагает. Здесь видит... Видит Пайла Дайз. Хорошо, есть стан. А что дальше? А ничего. Я бы даже сказал, что только ману впустую. Так. Просто Джиггернаут уже погнались, пытались его как-то прибить. Ну что ты сделаешь, в принципе, на первом левеле тизера, когда он там замедляет. Насколько он там замедляет? На 100%, на буквально чуть меньше 1 секунды. Ровно ничего, в принципе, не будет здесь сделано, не получится просто как-то реализовать. Так. Поймали Тини. Поймали Тини и просто погоня. Погоня за ним. Но дерево здесь сожрано, и уже можно... Ух ты ж, боже мой, что с тобой такое случилось, Тини? А снаряжение Team Empire. Ви поддерживает Team Empire, вот. Официально заявляя. Он поддерживает Team Empire. У него полный сет просто на Тине. Одна команда поддерживает игроков другой команды. Вот это самый торт. Так. Так. Под смоком. Хорошо. Стан. По двоим. Хорошо. Стан еще раз. И что теперь? А урон-то нет с руки. Дамажить нечем. 53 у Эшекера с руки. 50 у Винги. Два урона... Два удара по Брислбеку, это, в принципе, для него... Да для него это полный бред. У него там 7 армора, так что он как-то это проигнорирует. В большей или меньшей степени. Тайдхантер 4 левел. Против него стоит Магнус, он тоже 4 левел. Немного он отстает. Ну, по крипам здесь, в принципе, счет равный. 14 на 3 против 14 к 2. Здесь все равно. 4 минута игры. В самом таком разгаре появляется у Джиггернаута Морбид Маск. Летает пудж. Да, обычный пудж, никаких названий ему придумывать не стали. Этому пуджику. Страшное создание. Так, снайперу. Снайпера хп маловато будет. Так. И Шекер не стесняется кидаться физура. Но там оказалось руна баунти, так что, в принципе, так или иначе, эта физура ничего не повлияла. Разве что руна дала небольшое преимущество для команды Мипон, но это преимущество реально минимальное. Так. Семечка фармит. One second. Так, лучше. Это что, меня интересует, слышно эти... Звуки от соцсети нехорошо. Там Джиггернаут пошел крутиться. Нужен стан. Нужен стан. А где стан? Ай-яй-яй, сейчас еще умирает, скорее всего, Джиггернаут. Джиггернаут умер. Пайлайдай. Да ладно. Эшекер. Привил просто виспа, Винга все равно умирает от рук Брислбека. Тут еще Эшекер сейчас умрет. Да ладно, даблкил. Конвейер. Просто пошел конвейер. Просто что-то в конвейер. Умирает Висп. При этом умирают трое у команды Токио Го. И это нехорошо. Это плюс по XP по золоту для Брислбека. Это уже есть 6-й левел. Это уже есть у него его ульта. Пускай она и пассивная, но она может... Сейчас себя доставить какие-то проблемы. Магнус умирает от Тайдхантера, ЦМ-ка умирает от нейтралов. Так, у Магнуса есть 6-й левел, но реверс полярити, видимо, ему даже не дали провязать просто. При этом умер снайпер. Умер тут, там и здесь. На каждом лане кого-то убивает. Счет 4-4 на 6-й минуте игры. Агрессивнее здесь несколько игра. Так, куда пошел? Куда пошел? Тень отправляется искать приключений. Находит здесь Вингу. Визб же быстренько разбирает Вингу. Так, тут есть Шейкер. Тут есть Шейкер. Второй левел. Тени, тени. В тени разрядился здесь снайпер. Ой, да ладно. Ой, да ладно, с разворота просто. Вот это было крайне удачно, но опять же фраг уходит в руки
Веспу снова? Зачем? Я же понимаю, что там нужно было просто бить как можно быстрее и убивать, но все равно. Фраги для Веспа это то же самое, что... Не знаю, что отсутствие, наверное, крипов для того же Веспа. То есть ничего это не значит. Веспу это не нужно, ему нужен только опыт. Ему нужно, чтобы у него лишь был 6-й левел, чтобы у него было возможность сделать релокейт. И все. А все остальное, как известно, перекладывается само по себе. Так. На топ-линии. Изает смоук. Попытка выйти. Попытка выйти на кого? Это сейчас вариант выйти на тине. Вариант выйти на тине. Гаш. Просто со всех сторон. Гаш. Магнус пришел. Реверс полярити. Отличный. Но тине все равно умирает. Так. Релокейт уже здесь. Уже Брюс Лобек здесь говорит, все ко мне на штык, все ко мне на просто иглы. Дабл килл снайпер, забирает у Магнуса. Два в один размен и улетают. Так. Погоня за ЦМкой, погоня за ЦМкой. Через 8 секунд будет ассасинейт, будет ультимейт. Снайпер не пускает. А, нет, снайпер здесь скорее всего отпустит. А был такой шанс. Погнаться просто нужно было дальше, а вот так, в обход всего. И провести ульту. Но этого не было. И ЦМ, считаю, ей повезло в том плане, что... Еще один фраг команде... Не отдал. Игрок. Я сейчас прилетел такая мощная артиллерия от Тини на 300 урона. Что там рейндж? 1300. 1300 рейнджа. Достаточно просто сейчас подойти снайпера вот сюда. В него тут же прилетит в лучшем случае крип, в худшем случае прилетит в него арбуз. Который сразу же и накроет. Хотя арбуз здесь не прилетит. Арбуз сам тут накроет синий, пожалуй. Цемик хорошо, у нее сейчас будет скоро 6-й левел, появится у нее Freezing Field. Ну, ей, скорее всего, не появится. Да, скачивается Crystal Nova, там все-таки 250 урона и 5 секунд замедления, это тоже... Такая вкусная вещь. Замес это самое то. А Тини тем временем там находит. Вместе с Веспом, конечно же. Джиггернаут и его там... Перемолотили просто все ему кости. За 10 минут игры у нас получается по товарам какая ситуация. 1-0 по товарам пользу команды Мипон, потому что забрали Т1 в топе. Добрали до Т2 в топе, но тут как-то пока что дальше этого дела не идет. Все-таки команда здесь более-менее отпушивает лайн, и все-таки здесь еще все более-менее нормально. Магнус, 8-й левел. Есть Reverse Polarity, есть 0-2-1. Тайдхантер накрыл его шоквейвом. Есть рейвейдж, но пока что рейвейджа не было. Пока что я в игре его не лицезрел вот за сегодня. А тут у нас... А тут у нас Тини. Тиниус уже с первым ультимейтом полетел такой снаряд. Причем мощный такой снаряд на самом деле. Он 300 урона. Бух опять! 225 урона просто. Тини тот герой, который просто может реально откидываться от противника. Так, погоня, погоня за Тайдхантером. И тут Тини. Сделал то, о чем я сейчас говорил. Собирать себе сразу же Блинк Даггер. Ворвался вместе с Веспом, тут же скастовал Эбинджа, просто, опять же,
задавил бедного арбуза первым попавшимся предметом в виде крипа. А тени дела Терен Киллинг Спри успевает уже срелокейтиться на мид и забрать здесь снайпера. Киллинг Спри, тени начинает убивать. То есть он подкидывает рандомного врага и кидает его в какую-то точку, где наносится урон. При этом враг, который был подкинут, получит еще плюс 20% урон. А еще и второй грот, тут еще бонус 50% от к этому тосу. Он становится большим и грозным. Большим и грозным. И пошел уже. Куда? Ой, сейчас опять арбуз под раздачу попадет. Типа такой. Привет, мой друг. Привет, мой дорогой друг. Раз. Подкинуть. Два-с. И блинкаут сразу. Два скилла, пол столба у Тайдхантера уже нет. На 1024 хп. Идеально просто. Ровный хп. Собственно, у винги и у снайпера хп одинаково вообще максимальное число 739. Совпадение, не думаю. А тени стал уже толстый. Что ему сейчас нужно? Это ему сейчас нужно собрать огонь, потому что он тогда появит, будет бегать с огромной деревяшкой тени. Просто снайпер тут уже даже умер не от того, что его там ударом кулака убил тени, а от того, что тени снайпер просто разбился от того, насмерть от того, что его кинули. 420 экспы, 800 урона просто нанес там тени. Сразу в топ-линию. Смотрите, сейчас опять же. Раз, два, опять разбился насмерть. Все, это уже Мэкил. Кристал Мэйден забирает от Шейкера тем временем. Ну и знаете, тут уже начинает просто тащить игру Тини. Он начинает убивать. Второй Гроу, максимальный Эванч, максимальный Тос. На пассивку вообще можно забить уже просто, она здесь вообще нафиг не нужна. Он перемещается достаточно быстро, то есть от него особо никуда не денешься. Если он тебя поймает, то просто он тебя разобьет. Вот смотрите, снайпер, снайпер, 710 хп, снайпер. Здравствуйте, раз, два, бух просто, все, нету. Где снайпер? Нету снайпера, разобрали. Нам, конечно, не без помощи уже ЦМ-ки, но фраг все равно остается тени. Вот опять, 420 опыта, 594 урона. Победняги снайпера. Вот реально, тени уже просто ходит в одиночку. Он уже ходит за Т2, за Т3 того рами. Он уже просто на все забил. Это просто куча горы. Куча мала. Так, тут проблема получается у Ио и умирает. А, Джиггернаут умирает. И вот тут остался живой. ГГ, да ладно. И тут еще и тени заканчивается это дело, забирая Шейкера. Видимо, ГГ. Да, это оказывается good game, well played. Команда Tokyo Ghoul, видимо, испугалась этой машины смерти, этого птини громадного, который ходит просто и крушит все и все, все, все. В прошлой игре команда Tokyo Ghoul как раз-таки был именно связка Ио и Тини, но она не заехала. Ее просто не дали возможности реализовать. Здесь же связка Тини и Ио реализовалась на все 300%. Да даже связка Ио и кто угодно реализовал здесь более чем полностью. Что в итоге привело к тому, что Ви, играя на Тини, начал просто ходить в одиночку по всей карте, находя любого соперника из двух тычек, с двух скиллов, ладно, с трех скиллов, с Блинкдаггера, с Эвеланча, с Тоса и с одного удара с руки, забирал буквально любого. Что Тайдхантер, что Винга, что Джиггернаут, что и Шейкер, что Снайпер. Снайпер разваливался так вообще на ура. Но это означает только одно, то что Миппон команда одерживает победу со счетом 2-0 в первом матче этой квалификации для себя и проходит дальше. Их соперником будет либо команда SVD Gaming, либо команда XGameKZ. Кто же из них будет соперниками, мы узнаем, наверное, вот в самое ближайшее время.